Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И, как всегда, с ивента начнем. Давай посмотрим, что здесь за задание будет. Ну что же, обычный зомби, единственное, меня напрягает зомби с бочкой. Ну, я думаю, что это ерунда все. Так, я понял. Мы будем отбиваться чисто капустами, верно? Да, скорее всего, так и будет. Ну что же, давай бомбить их. Так, бочки, естественно, будут оставаться, но мои капусточки будут их потом убивать. Оу, тихо, столько много. Давай потише, дорогуши. Не надо. Так, у нас здесь удобряшка, кстати, сейчас выпадет. Ну и что ты тут радостный выбежал, прыгает, думает, что все будет ему хорошо. Ничего тебе хорошего здесь не будет. Так, удобрение мне нужно, вот оно. Отлично. Ну, ребята, это легкий самый ивент. Мы уже такой не один раз с вами играли. Ничего здесь сложного нет, тем более капуста у меня 4 уровня. То есть нормально, нормуль будет жарить. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой вот так сделаем. Все, даже чувачок, который там с флагом шел, и то отдуплился. Давненько я, кстати, не заходил в эту игру. Я чувствую, сейчас на лиге получим опять с вами самое последнее место. Я не удивлюсь, друзья мои, я этому не удивлюсь. Так, погоди-ка, а почему так много волн будет? Это непорядок, если честно. Ребят, только вторая сейчас надвигается волна. Опа! Ничего себе, они тут уже... Вот, спасибо за удобрение. Они уже хавают, понимаешь? Начинают хавать мои... Так, второе удобрение. Слушай, ну... Теперь дела пойдут. Мы можем в любой момент с тобой использовать его, да? Вот, например, сейчас. Просто необходимость такая была. Ага. Давай, 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 крушить. Крушить здесь все. Так, еще одно удобрение. Нам нужно дождаться уже, как говорится, последней волны. Ну давайте, давайте. Блин, их слишком много, друзья. Их слишком много, я боюсь, мы так можем проиграть, если они пойдут и дальше будут хавать мою капусту. Они же вроде... Во, во, давай, бабах. Вот это замечательно. Вот это идеально было. Так, давай еще здесь, наверное, взорвем. Отлично. Так, я думаю, что второй разик можно тоже, ребята, поиграть в ивент. Ничего сложного здесь нету, сам прекрасно понимаешь. Сейчас этих зомбарей подобьем с тобой, да, из бочек выпрыгнут мелкотня, и мы можем, в принципе, использовать с тобой удобряшку. Что ты на это скажешь? Или же можем просто выпустить газонокосилку, да? Или можем вот так вообще сделать. Так, и вот таким вот образом. Бумс, все. Ребят, ничего сложного абсолютно здесь нету. Ивент пройден, и забираем свои награды. Что здесь нам? Угу. Такой цветочек, конечно, хорошо, ребят, но его нету. Он, по-моему, за реальные финансы, да, приобретается только. То есть за донат. Ну что, давай, наверное, еще разочек сыграем. Ну что же, приступим. Капуста, ну как всегда, ребят. Ничего сложного. Просто ставь как можно больше и как можно быстрее. И все. Так, подожди-ка, надо вот в первую очередь ставить побольше, где именно ползут эти зомбари. Окей. Так, сюда теперь переходим. Причем мне вот кажется, что вторая попытка будет сложнее, чем самая первая. Не знаю, с чем это связано, ребят. Но вот есть такое вот предположение у меня. Давай сюда, сюда. Так, тихо, вот это вот, ты что не бомбим, эй. Надо успевать. 4 уровень капусты, ну, хотелось бы, конечно, 6-го, а лучше 10-го, да? 10-й это вообще топчик был бы. Дай монетку сюда. С голдой у нас, кстати, тоже не все очень, ребята, хорошо. Как ты видишь, всего лишь 5500. Для какого-нибудь шикарного прохождения этого будет мало. Так, подожди, неужели придется использовать? Нет, я пока не буду, ребят, тратить удобрения. Может быть, все-таки как-то отстоим. Давай, 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 давай. Блин, не отстоим, по ходу дела, да? Ну ладно. Там он еще идет, удобрение у нас. Даже 2, замечательно. Капусту выставляем. Все, ребята, разносим. Так, вот ускорятель нам здесь не нужен. Вон он бежит с флагом. Его нужно подбить как можно быстрее, чтобы они не так быстро бежали сюда.
Ну, давай капуста. Так, наверху что-то как-то кисло все идет. Они что, прикрываются этими бочками? Твою же налево. И самое бесявое, что вот этими бочками, ребята, они давят мне капусту. Просто ее мнут. Если зомбики ее жуют, да, вот эти мелкие, то бочки просто давят. Давай-ка вот здесь, наверное. Опа, шикарно. И вот здесь. Замечательно. Так, ну что, давай забираем. У нас с тобой есть удобрение, можно, в принципе, его использовать. Хопочки. И готово, да? Остается одна бочка, мы ее сейчас распинаем быстренько. Оттуда выпрыгнут два ханорика. Их тоже запинаем, и все. Так, зайдем, наверное, с тобой на лигу. Посмотрим, как у нас там дела. Что там за задание. Три банановые бомбы. Там понятно, и деньги. Да, ну вот этот цветочек что-то в последнее время зачастили давать. Если бы он у меня был бы открыт, было бы, конечно, классно. А так, просто впустую. Единственное, меня интересует, почему у меня 68 гемов. Я разве что-то пак вроде бы мы брали с тобой, да? В прошлых сериях. Ладно, давай зайдем на огород, посмотрим, что у нас там созрело. Что у нас готово. Оу-оу, спасибо. Так, денежка, это всегда приятно. Так, давай посадим. Польем, польем. Так, этих забираем себе в команду. Пускай будут там. Все замечательно. Так, ну-ка, Жужу, полей-ка мне, пожалуйста, вот здесь. Так, ну что, заходим, значит, на арену. Глянем. И глянуть можно еще, кстати, на Пенни Пурсуит. Что у нас тут, обновилось задание или нет? В плане. Контини, ну контини. А, это 1700 я еще заработал, да? Окей. А задания новые или старые? Новые, ребята, задания у нас. Окей. И разыгрывается вот это вот растение, да? Цветочек. Так, а что у нас на арене? На арене тоже уже давно все закончилось. 4 конфеты, 21 гемчик я получил. И, видимо... Блин, сколько у нас там еще? 9 дней. Ребят, я, наверное, не открою себе пуфбала. Нет, можно, конечно, заморочиться, но это каждый день сидеть и пыхтеть. Так, нужно 100, да, чтобы получить 30. 100 корон. У меня даже перчаток нету, ё-моё. Ага, здесь тоже, кстати, неплохой. Вот здесь особенно 8 пиньет. Ну что, давай посмотрим, что здесь вообще за игра. Против кого мы будем драться? Паола. Ну-ка. Ё-моё. Офигеть. Так, тут, ну тут явно нам нужно будет с тобой взять, я не знаю, абрикос, наверное. Персик, абрикос, да? Чтобы вот эти вот машины подбивать. Так, летающие здесь есть зомби? Я вот не вижу. По-моему, нету. Тут есть еще танцоры. Есть первого... Блин, да тут... Куча всего, на самом деле. Может быть, возьмем так еще. Вот этот цветочек мне дали, да? Хм. Предположим, если я возьму лава-гуава, здесь, наверное, ничего не будет решать. Возьму вот этот. Уменьшать будем с тобой, да, если что. Ну, наверное, боулинг неплохо было бы. И где у меня это? Или ее нельзя здесь брать? Мою картофельную доисторическую мину. Вот я вижу обычную, да? А доисторической, по-моему, нет, друзья мои. Хм. А, нет, вот она, ребята. Вот она, ошибаюсь, все на месте. Ну что, попробуем. Как это будет все выглядеть, я пока не приложу. Выставляю вначале мины. А этот, что делает цветок, интересно мне знать, а? Он чем-то бросается, да? Пуляется. Ладно, сейчас мы посмотрим. Из этих надгробий, я надеюсь, не будут выходить зомби. А то будет не очень хорошо. Давай смотреть. Так, боулинг, боулинг. Ну, давай сюда поставим.
Так. Ну-ка. Че, меня там уже переплевывает, я смотрю, да? Меня уже опережает. Ну, естественно, если человек там дринково играл, то он уже в курсе, что там и как там. Я пока еще ничего такого не делал. Ну, давай выставлять. Боулинг. Этих малышей-то бомбим на изи. Давай, кабачок, дави их там всех. Все эти машины уничтожай. Танцулька бежит, а? Смотри-ка. Так, вот это вот надо все здесь повырубать. Можно было даже не брать, мне кажется, персика. Без него вроде бы тут неплохо справляемся. Оппонент опять меня, как говорится, обогнал на повороте. Обогнал, жулик. Давай, 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 давай. Может быть, как-нибудь мы его опередили? Да, опередили пока. Давай сюда вот поставим. Окей. И пускай давит всех. Слушай, а вот это, кстати, персик, он действует на... Как это сказать? На вот этих механических быков или нет? Меня почему-то это заинтересовало. Так, ну мы пока в лидерах с тобой. Пока в лидерах. Кстати, летающие зомби есть, но их вызывает, по-моему, вот эта вот машина, да? Что, если я так вот запулякаю? Кабачок, давай, видишь, там зомби идет. Древний, чем, причем. В плане ему по барабану. Давай, давай, дави его. Вот так вот. Слушай, а как этот-то прошел, если я не врубился? Смотри. Как он здесь умудрился пройти? Ты что, серьезно, что ли? Я не понял. Он умудрился просочиться. Хе. Как? Каким образом? Слушай, ну мы тут вообще офигенное преимущество с тобой взяли. Вот таким вот образом, видимо, да, ребята? Ураганчиком его сюда притащили. Ну да, видимо, так все и вышло. Потому что он бы сюда просто-напросто не дошел бы сам. Ну давайте, бомбите вы этого чудика. Да сколько, ты прикинь, сколько по нему надо бомбить-то, а? Причем он еще когда бьет, друзья мои, он поджигает землю, на которую я ничего не могу потом поставить. Вот это вот не есть хорошо. Но в любом случае победа здесь уже будет за нами. Да? Да, мы почти лям с тобой набили. Ну, противник немножко сдулся. У него 6 уровня, а этот 5. Как он мог мне здесь проиграть? Вот объясни мне, как? Тут при всем раскладе не получится проиграть, даже если ты захочешь. Ну что, 2 пиньяты, давай смотреть, кто у нас там. 10 морозных арбузов. Отлично. И 10 высоких орехов. Окей. Так, друзья мои, ну, есть задумка посмотреть рекламку, да? Сколько нам там дадут? 4 или 5 перчатки максимум, да? И продолжить битву. Друзья мои, у меня 4 перчатки. Это как раз хватит нам пройти, ну, вот это вот все полностью. Ну что, поехали. 2000 голды у нас разыгрываются. Я не знаю, я оставлю, наверное, прежнюю команду, которая у меня была. Можно, конечно, боулинг, наверное, поменять. Но все-таки пускай будет. Давай сделаем вот так вот. Так, подожди секунду. Вот так вот я хочу оставить. И здесь добрать. Так, кабачок, давай-ка возвращайся, пожалуйста. Сюда, в родные пенаты, да? Лава гуава. Не знаю, вот этот цветочек возьмем с тобой, чтобы уменьшать противников и, соответственно, их быстрее уничтожать. Можно взять хурикали, который будет сдувать их и замедлять. Слушай, я не знаю, нужен ли нам. Давай возьмем, пускай будет, или не нужен. Нет, пускай будет все-таки. Пускай все-таки он будет с нами. Так, чего нам не хватает еще? Можно, кстати, взять вот эту вот лужайку, тоже можно. Будет их откидывать назад и бомбить, наносить им урон. Ну что, друзья мои, давай попробуем. Так, естественно, лучше всего для начала брать мины. Так, миночки поставили. Так, теперь вот эти цветочки. Ну все, поехали. Let's rock. Посмотрим, какой нам достанется оппонент.
Давай сразу расплодим, наверное, с тобой, да? И побольше вот этих цветов сделаем. На-на-на-на-на. Ползут, да? Орлы бегут. Так, секунду, давай. Вот, вот, вот это вот самое противное, ребят. Ну, ты видел, да, что они делают? Зачем я вот поставил ее? Вот объясни мне на милость, да? Для чего она там нужна? Шипастая эта лужайка, она там вообще не нужна. Слушай, да, тут можно вполне справляться без подсолнухов. Без диких, без вообще каких-либо. Потому что, так, тихо, тихо, не надо тут там музыку свою врубать. Надо их сразу вырубать, по идее. Но, блин, летуны, вы достали. Куда ты ползешь, а? Да ну, не может быть, чтобы так все слабо было. Давай, шипы, шипы. Вырубаем их, чтобы они вообще не работали, не функционировали здесь. Ах ты, смотри, опять он идет. Опять этот пройдоха здесь чуть было не прошел его. Кабачок вовремя раздавил. Ну, я же ставлю. В чем проблема-то опять? А, там стоит, оказывается. Вот куда ты идешь, а? Вот объясни мне, вот куда ты идешь? Постоянно он пробегает. Этого дела нельзя допускать, ребят. Нельзя. Такие маленькие там что-то кряхтят, бубнят. Че бубнят, не поймешь. Давай кабачок сюда поставим. Шипы. Блин, вот этот вот могила меня раздражает здесь, который стоит. Почему ее никак, ребят, не подбить? Хотя почему не подбить? Можно же ее, по-моему, шипастой вот этой лужайкой. Да, можно уничтожить. Эй-эй-эй-эй, парень, подожди. Да, друзья мои, механических вот этих буйволов можно уничтожать, ну, не уничтожать, а задерживать этим кабачком. Каким кабачком? Персиком, ёлки-палки. Уже совсем заговорился. Так, тихо, тихо, что-то у вас много, слишком много. Что-то, по-моему, в первый раз было получше у нас. Сейчас совсем меня прижимают к ногтю, скажем так. Давай быстрее сюда. Этих пока вырубим. Так, ну, по очкам пока, ребята, все идет хорошо. Пока выигрываем. Как дальше пойдет, не знаю. Давай их уменьшим. Так, подожди-ка, почему ты не ставишься? Давай ставься сюда. Быстро их. Опа, а теперь я, ребят, проигрываю. А теперь я начинаю проигрывать. Блин, я проиграл, да, ребята? Да, совсем чуть-чуть мне не хватило. А он, смотри, на чем выигрывал, да? Но опять же, блин, я про Дейзи забыл. Ребят, я забыл про Дейзи, что можно же ее использовать. Он использовал Дейзи, потом он использовал пуфбал, который у него уже, кстати, есть. Так, а если нам тоже с тобой так сделать? Давай возьмем грибы, сейчас будем пробовать с тобой выигрывать на грибах. У нас с тобой же есть мята. Чернильная или как она там, я не знаю, отравляющая. Да? Где она? Не прокачанная, правда, но все-таки. Возьмем вот этот вот грибок с тобой. Возьмем Дейзи. Вот так сделаем. Кого еще тут лучше взять? Можно вот этот гриб, но, наверное, лучше брать вот этот, да? И малышей, что ли, взять? Чернильный малыш. Давай попробуем. Нет, нет, лучше я возьму все-таки мину сюда еще. Вот таким вот макаром попробуем с тобой. Поехали. Так, ну что, первый ряд мы с тобой сделаем просто из мин. Вот таким вот образом. Потом поставим вот эти грибы. Не знаю, зачем я это делаю, но пускай будет. И Дейзи. Хватит у меня, не хватит? Хватит. Поехали, просто хочу посмотреть, ребята, будет ли эта тактика вообще здесь работать. Потом вызываем с тобой мету и будем смотреть, как оно пойдет. Блин, я не взял, знаешь чего? Я не взял. Нет, пока не будем мету с тобой использовать. Давай попробовать так вот сдувать их всех. Ну-ка. Бумс. Будут они погибать быстро или нет? Вот что мне интересно знать. Вот эти вот охламоны идут вообще
припухший просто в корень. Я что-то не вижу тут особых каких-то супер-пупер действий от моей мяты. Ты что-нибудь видишь? Я ничего не вижу, ребят. Особого эффекта что-то нету. Они сами по себе тут неплохо и без мяты, наверное, справятся. Да, вот это хорошо, что мы можем с тобой вот так вот делать и сдувать вот так вот машины, да? Плюс Дейзи танцор. Куда ты вот, вот куда ты бежишь, а? Объясни, пожалуйста. Вот летуны, да, летуны это бесявая фигня. Их надо сдувать. Таким вот образом. Какая-то солянка у меня здесь получается, если честно. Разносолы. Блин, этот еще тут... Ага, не добежал. Захотел халявки, но, видишь, не получилось у него ничего. Давай чернильную эту фигню ставить сюда. Плюс мина картофельная. О, друзья мои, что-то я вообще тут... по очкам, если посмотреть, вообще фейлюсь. Смотри. Почему, не знаю, ребят. Вроде бы как все хорошо идет, да? Но и в то же время... Фейлимся. Ну-ка, активируем. Пошла, пошла бомбежка. Ну и чё? Все равно мы с тобой не получаем такого эффекта, который я ожидал. Все равно проигрываем пока. Ладно, будем бороться до последнего. У нас с тобой гемы есть. Будем, если что, их тратить. Пока не победим. Единственное, что перчатки у нас, конечно, тратятся. Перчатки тратятся, а если они у нас закончатся, то, соответственно, мы с тобой сыграть больше уже не сможем. Куда бы еще-то поставить, я даже не знаю, ребят. Так вот, если только... Давай, 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 давай. Что у нас там получается? Да, друзья мои, чуть было не сфейлился. Мне чуть-чуть не хватило для того, чтобы проиграть. Но ты посмотри, против кого. Ты посмотри, 3-го уровня, 4-го уровня, 5-го. Ну это, конечно, жестко. Дадут тебе вот такого вот противника, и хоть стой, хоть падай. Ну, как видишь, чудом все-таки умудрились мы выиграть. Так, у нас с тобой две перчатки еще есть. Так что будем двигаться дальше. Единственное, что не очень мне, конечно, понравилась моя вот эта вот команда. Первая моя была, мне кажется, намного лучше. Да? Намного была лучше. Ладно, давай вернем. Фиг с ним, поехали. Попробуем еще бой сделать. Давай вот так вот выстрелим с тобой, чтобы эти могилы еще уничтожить. Ну, в принципе, и все, да? Можно приступать. Можно приступать. Так, выставляем, если что, с тобой вот этого сюда. Так, что, он сразу меня переплевывает, да? Давай Дейзи влепим. Сделаем вот так. Да, я только счет открыл, он уже там вовсю бомбит. Сдуваем. Блин, сдуваем. Они уже давно отдуплились. Сдуваем. Пока все хорошо. Пока не идут вот эти вот механические, да, роботы. Все вроде бы идеальненько. Как только они начинают вступать в игру, все. Начинается какой-то трэш. Еще эти ураганчики, которые подтягивают противника к моей зоне. Сюда влепим. Пока вроде бы неплохо. Блин, ну дайте больше зомби-то. Че, где зомбари-то все, эй? Мне нужны зомби. Зомби, ты понимаешь, очень много нужно зомбарей. Чтобы очки шли, а их почему-то нет. Это меня напрягает. Ребят, мы тютелька в тютельку идем с нашим оппонентом. Нога, так сказать, в ногу. Так, сделаем. Ну, куда ты, вот куда вот он разогнался? Вот объясни мне, а? Куда вот он разогнался? Халабуда этот. Так, давай мины плодить. Кажется, так будет оптимальней.
За счет мин вообще самое идеальное, ребята, накопление очков идет. Если еще мины у тебя прокачаны, вообще топчик. Блин, а он от меня не отстает. Оппонентик не отстает от меня. Прям на пятки мне наступает. Серьезно говорю. Ну что там еще за танцульки-шпульки, эй? Так, давай-ка, я не знаю, что, как тут быть. Сдувать, наверное, будем. Тут сдувать, тут ставим Дейзи. А, этот пошел, да? Пошел ломать. Пошел он. Подальше. Блин, его взорвать бы как-нибудь. Смотри, что творит, а? Ушастый упырь-то этот. Давай сдуем его отсюда. Пришел, так сказать, да, на нашу территорию. Делать ему здесь нечего. Так, давай комету, наверное, с тобой запустим. О-о-о, опять этот чудик летит. На мини взорвался, так ему и надо. Ага, взорвался, не взорвался он, ребята. Не взорвался. Сдуваем его отсюда. Неужели он такой мощный, а? Походу дела, да, он мощный. Так, что у нас там, ребят, мы нога в ногу уйдем. Сейчас будет подсчет очков у нас. Я, по-моему, выиграл, да? На буквально соточку, на 100 тысяч. Ну ты прикинь. Ух ты, нифига себе мята какая. 5, 6, 7 уровня. А у меня тут 1, 2, 3. Зашибись. Ну что, друзья мои, две пинеточки мы с тобой еще срубили. Давай глянем, что нам здесь достанется. 10 фасолин, челебин и... Ага. Фумшрум. Так, у нас, по-моему, еще одна перчатка есть с тобой в запасе. Давай-ка ее истратим. И получим 6 конфет. Я уже, кстати, на 3-м месте, ребятушки. Это вам не хухры-мухры. 3-е место. Бетти против меня будет драться. Блин, я, наверное, все-таки... Я не знаю, и хочется поменять команду, и в то же время думаю, а стоит ли? Но она как-то слабовата. Слабовата эта команда, которая у меня в данный момент. А если посмотреть, кого тут еще брать? Да и, в принципе, и некого. Ну, можно без этого обойтись, да? Можно. Без лавы гуавы можно обойтись. Боулинг. Ну, боулинг хорош. Тут не поспоришь. Хм. Дейзи, ну Дейзи тоже. Вот, кстати, кого можно взять. Точно, друзья мои. Что-то я забыл совсем. Я и забыл совсем. Так, кого еще можно взять здесь? Банана-бомбу? Не хочу. Кабачок. Бунг-чой. Да нет. Нет, ребята. Электрокамыш тоже, я думаю, не стоит брать. Какого-то хочется взять, вот... Так, они у меня еще и улучшатся готовы. Не знаю, давай вот этого возьмем с тобой. Да? Да. Поехали, попробуем, ребята. Возможно, возможно, я делаю большую ошибку, но надо смотреть. Начнем с мин. Поставим их сюда вот вперед. Кстати, мины лучше ставить, ребята, перед... надгробиями, чтобы они сразу уничтожались во время взрыва. Поехали. Сейчас будем смотреть, что нам здесь есть, кого поставить. Наверное, думаю, вот этого сюда влепим, пускай сразу идет, бомбит. Окей. Пускай крушат эти надгробия. Вот, вот они летят. Поджаривать их огнем, естественно, ребята. Пускай идут и бомбят. Тыдыч. Сейчас вот всех будем крушить. Да, эти, конечно, чудики очень классные, да? Мне нравится. Мне нравится, как они тут идут, ломают все на своем пути. Просто, чтобы не встретился. Есть контакт. Но по очкам-то мы с тобой пока, ребята, фейлимся. Как будем честны, по очкам мы с тобой сдуваемся. Хотя вроде ни одного зомби не упустили, не пропустили, но видишь, вот так и получается как-то.
не совсем все удачно у нас. Давай, 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 там расколбас по полной программе. Вот куда опять этот угорелый пришел, а? И офигеть, взрывается бомба, все. Ему хоть бы что. Довольно сильный чувак, конечно, поспоришь. Именно вот этот вот зомби доисторический. Я не про него говорю. Так, что у нас там по очкам? Да, мы с тобой отстаем. Причем очень сильно. Давай попробуем, может быть, за счет картофельных бомб у нас тут получится что-нибудь. Как-нибудь выкрутится. Ну. Я не знаю, ребята, никого не пропускаем, но все равно недостаточно количество очков. Недостаточно. Во-во-во-во, полетели, полетели, голубчики, да? Что он тут встал? О, а как он, интересно, так преимущество-то набрал? Вот объясни мне, пожалуйста, на милость. У него 600 уже, у меня только лишь 500. Не знаю, ребят. Может быть, сделал большую глупость, когда взял вот этих вот зомбарей. Возможно, да, возможно, на этом и сфейлились. Другого варианта все равно не было никакого. На 100 тысяч мы пока с вами проигрываем. На 100 тысяч, ребят. Я не знаю, как тут еще можно что-либо сделать. Да, проиграли совсем на чуть-чуть, ребята. На 60 тысяч. Ну, мне кажется, все-таки здесь решает вот уровень растений, который он выставляет. Даже если сейчас потрачу 20 гемов, мне все равно не получится, ребята, никак сыграть. Потому что даже перчаток нет. Просто обнулиться. Это проще всего. Ну что, давай тогда мы с тобой глянем, что у нас в пене просует. Угу. Так, здесь опять эти растения. А уровень какой? 6-й. Давай попробуем. 6 уровня, я думаю, мы с тобой сможем, в принципе, одолеть. Да, с ареной, конечно, получилось как-то не очень хорошо. Блин, защитите этого шитика, да? Вот это я, кстати, ни разу не брал, я не знаю, что это такое. Ну, поехали. Да что такое-то, я не могу понять. Плей. Ё-моё, вы серьезно, что ли? Гаргантюахи, там все по полной программе, ты понимаешь, да? Так, Хурикали нам, наверное... пока пригодится. Вот сюда я поставлю защиту. Это в первую очередь, ребят, нужно делать. То есть вы хотите сказать, что вы будете мне давать просто орехи? А, вот оно что. Ладно, если что, будем с собой применять Хурикали и сдувать противников. Ну что это? Этот, опять же, не прокачанный у меня. Вряд ли он тут, конечно, что-нибудь сделает. Уничтожили просто на изи. Так, удобряшка, да, здесь у нас? Удобряшка, это хорошо. Если мы ее выбьем, мы можем применить сюда, и появится у нас здоровый гаргантюа. Наш только, который будет за нас. Но как там показали, какие противники против нас пойдут. Воу-воу-воу-воу-воу. Уже, ребята, уже шуршит. Уже шуршит. Да ну, что-то как-то тут. А что это за новые зомби со стаканчиками идут, а, ребята? Я таких раньше что-то не видал, не помню. Спасибо за удобряшку. Только вопрос в том, что куда мне его сюда влепить? Да иди ты, ядрени фени. Блин, они проходят, ребят. Что они бегут с кружками-то, эй? Идите, говорю, отсюда. Блин, это только один из гаргантюа. Их там, по-моему, будет разных видов очень много. Так, сдули. Вот. Я тебе об этом говорил. Еще один появился, да? Он идет по нижней дорожке. Да какого лешего мы этого не можем подбить? 6 уровня враги, да ну. Мы не можем его... Сдуем, давай. Так вот его. Внизу очень много, ребят, противников. Внизу идет очень много противников. Блин, я не знаю. Ну давай сюда запустим, фиг с ним. Так, Хурикали, давай сдуваем. Сдули, сдули. Во, давай бомбани, пожалуйста. Так, сдуть бы его, конечно, не помешало бы. А то он начинает буянить.
Так, сюда орех. Ну. Почему не получается-то? Блин. Ой, а вот это плохо. Это плохо, он своих мелких выбросил сюда. Да ну серьезно, что ли? Как тут вообще можно выиграть? Эй! Друзья мои. Давить их только если, да? Ха, только таким образом. Вы хотите сказать мне. Так, этого убираем отсюда. Вот здесь вообще никого нету. Ну-ка. Твою ж налево, тут еще проходит, смотри. Идет в наглую, блин. Так, это, по идее, последняя, ребята, волна. Мы можем с тобой использовать, знаешь что? Ну, ты уже, я думаю, понял, что мы можем с тобой использовать. Наши газонокосилки, они все их раздавят, и, в принципе, победа будет за нами. Верно, верно. Орех вот этот здесь вообще не спасает нас против Гаргантюа. Вообще никак. Ладно, пускай их давит. Так уж и быть. Давай, давай, трогай, трогай. Ага. Ну хотя бы с одним-то можем мы справиться, а? Хотя бы вот с одним Гаргантюа, или нет? Или это нереально? Так, ну-ка. Бомбани. Окей. Надо же, дали удобряшку. А зачем она мне здесь? Вот скажи мне. Если только вот так сделать. Ну ты видишь, да, сколько по нему уже раз досталось, и он все равно еще живой. Ума не приложу, как с ним быть. Ну давай еще раз. Вот, вот только сейчас мы его подбили, друзья. Фух, ну, ну что же. 5 растений мы получили, плюс 5 гемов заработали. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Угу. 9 уровень, не потяну, ребята. Так, ну что, попробуем здесь. Опять же, 6 уровень, но уровень сложности 2. Точнее, что я несу-то? 2 уровень и 6 левел врага. Что там? Уничтожьте 25 зомби. Кстати, я не понял, вот это-то что дает? Так, 15% к скорости. Гипноз. Хм. И защита, да? 4000 щит. Давай попробуем через гипноз сыграть. Почему здесь зомби с кружками З, а? Объясни-ка мне, пожалуйста. Типа какой-то зомби-праздник или что? Годовщина какая-то очередная. В чем прикол? Так, давай, родной. Блин, мелкий зомби сейчас еще пойдет на нас. Ну слушай, ну против огненных ледяные, по-моему, очень-очень слабы. И тут еще какой-то, видишь, у нас 25. Отравление или что это? Пока не знаю, друзья. Что там у нас? А, гипноз. Ну и на кого бы он подействовал? Я не вижу, ребят, чтобы кого-то тут загипнотизировали. Вообще не вижу. Тогда смысл от этого гипноза? Не знаю, ребят. 25 отравлений каких-то. Нужно нам то ли сделать, то ли пережить. Будем стараться. Будем стараться. С кружками, да? Какие-то, я не знаю, офисные зомби. Опа, вот это вот не надо, не надо, не надо. Тут заморозка, я и забыл совсем, что они же могут замораживать. И это не есть хорошо. Еще и летающие, да? Так, давай зарядим, наверное. Опа, опа, опа. Даже силенок, ребят, не хватает их пробить. Блин. Смотри, что произошло здесь. Смотри, что здесь произошло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же так, друзья мои. Давай жарить. Вот здесь, конечно, я лопухнулся. Тут не поспоришь. Совсем забыл, что здесь заморозка. Всегда, когда зимняя у нас локация. Да что ты будешь... Блин, погнали, короче. Они меня здесь достали, друзья. Ну, справимся или нет? Сюда нужно что-то, ребят, менять. Давай, наверное, сделаем вот так. И вот так. Твою налево, еще зомби тут идет. Проныра. Сколько у меня по финансам?
почти 10 тысяч, ребят. Мало этого, конечно. Взял тоже на свою голову миссию невыполнимую, да, для себя. Ладно, сюда поставим. Так, этот упал. Сколько? Это только сейчас будет последняя волна у нас? Зашибись. Так, ну здесь нужно вот этих вот сразу гадриком сжигать. Так, а тут-то у нас кто? Блин, это чуваки, которые любители бросать заморозочку, да? Да, они снежками, ребята, замораживают растения. Ну хорош уже, блин. Ты посмотри, как он сильный, а? Ну ты полюбуйся на него. Ну, бомбишь, бомбишь. Придется вот так вот сжигать всех. Опа, а вот здесь вот не надо. Здесь у меня уже газонокосилки нету, поэтому тут фейл будет. Может быть. Нет, фейла, конечно, не будет. Ребята, мы с вами здесь выполнили это задание, но от 10 тысяч у меня осталось всего лишь 6. Хорошо повоевали, да? И в первый раз сработал гипноз и на кого? На мелкого хлыща, который мне и даром не нужен был. Да, я немножко расстроился. Прошли, получили 4 гема. Ну, открываем. А, прокачиваем с тобой до 2 уровня этот перк. Стоп, я правда не знаю, что он делает. Я его не использовал. Ну что, пойдем дальше, посмотрим, что еще у нас тут. Так, 5 этих цветочков 6 уровня враги. Ладно, поехали. Попробуем с тобой здесь, может быть, справимся все-таки своим силами. Блин, теперь защити пенек. Так, я уже не знаю, что и брать, если честно, друзья мои. Ну, точно не гипноз, потому что такая бредятина. Вот, давай возьмем с тобой. Это кто такой? Это кто там был, ребят? Что за... Что за чудище еще, а? Объясни-ка мне на милость. Интересно. Так, давай пеньки ставить с тобой. Так, срочно, срочно, срочно. Блин, этого нужно защищать. Этого нужно защищать. Давай еще один пенек сюда поставим, на всякий случай. Блин, ну и поставил. Зачем вот здесь он нужен, а? Ай, нецелесообразно было сделано это. Ну-ка так. Вот, как раз все снаряды огненными, получается. Что-то какой-то, ребята, день, не знаю, день офисника, что ли. Что они все с этими? Ну-ка. С папками, с тетрадками, с кружками. Воу-воу-воу-воу-воу, друзья мои, вышел вот этот вот ханорик. Я не знаю, что он, правда, делает. А, это новый вид гаргантюа. Так, слушай, дай-ка я их сдую. Че он там? Кто? Ты кто такой вообще, эй? Иди отсюда. Опа, опа. Не все так просто, друзья мои, оказывается. Я думал, что сейчас быстренько его накажем. Угу, наказали. Что происходит? Блин, нужно как-то с ним, ребята, расправляться. Есть, побили мы его. Но радоваться пока рано. Еще волна идет. Я стараюсь от нее отбиться. Последняя волна. Вот сейчас, наверное, еще будет, да, такой же один? Из чудиков? Будет выходить? Их не один, ребята, их два. Воу-воу-воу-воу, тихо. Мне нельзя потерять этот пенек. Мы все это прекрасно знаем, что если пенек мы теряем, то все, крышка нам. Опять этот тут дурик. Блин, если сейчас... А придется, друзья мои. Да уйдите вы все отсюда, сгиньте с глаз долой. Я так попробую сделать с тобой. Ребят, это была последняя моя удобряшка, больше нету. Так, я думаю, наверное, мы ничего не будем с тобой тратить, да? У нас газонокосилки с тобой есть. Они, я думаю, раздавят сейчас все. Я в это верю. Блин, нифига, я такой гаргантюа. Что они там сзади, не могу понять. Ксеркс, что ли? Да, газонка сетка тебя сейчас раздавит, охламон.
Ну это действительно новый вид зомби, ребят. Такого раньше не было. Серьезно тебе говорю. Так, и что? Все деньги, которые накопил, ребята, все спустил. Просто на Пенни Пурсуит все спустил. Что у нас здесь? Угу. Ты представляешь, 11 уровня драться. Это, ребята, будет слишком сложно для меня. Потому что мои растения, сам видел, да? Не прокачаны, не шиша. Там, по-моему, максимальный уровень 4. Так, ладно, заберем с тобой награды. Так, конфеты. Конфеты нам нужны для следующих мят, которые будут нам предоставлены. Так, здесь собрал. Ага. Смотри-ка, здесь можно получить пиньяту. Здесь эпические квесты. Ну-ка, дай-ка я гляну. Ну, туда, конечно, лучше идти, когда у тебя хотя бы есть 20 тысяч голды, чтобы, если что, можно было бы подраться. Твою ж налево, спортсмены. Трындец. Ох ты, это кто такой? Это что это? Я не знаю, ребята, я в первый раз вижу такое растение. Ну-ка, давай-ка вот так посмотрим. А, он просто отталкивает, что ли, и все? Ага, он мало того, что отталкивает, он еще и взрывает. Слушай, ну это прикольно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Бум, взорвался, молодец, красавчик. А вот с курицами-то что делать? С курицами-то как быть? Объясни-ка мне на милость. Я, честно говоря, пока не знаю. Ну, бом, что и может, в принципе, справиться с ними. Пока. Пока может. Так, уйди. Бежит уже здесь. Опа, опа, опа. Так, я надеюсь, они тут не пробегут. Куда ты? Есть контакт. Слушай, ну, очень прикольное растение, на самом деле. Мне так лично понравилось. Ё-моё, блин, вот это вот, конечно, трэш. А, я могу и ставить еще сюда. Слушай, это вообще замечательно. Так, ну-ка. Блин, как вы меня достали, а, эти спортсмены, чёртовы. А как оно, интересно, под ультой? Ого. И что оно? Типа тут будет взрыв офигенно какой, да? Ну, давай-давай, бомбим. Слушай, мне понравился вот этот вот цветочек. Или что это, я не знаю. Цветочек, скорее всего, да? Или какой-то, я не знаю. Растение хитрое. Взрывное. Это такая с улыбочкой стоит. Все, друзья мои, справился. Ладно. Даже, как говорится, ни копейки не потратил из своего кошелечка. Но это, не забывай, первый был уровень, да? Давай тогда двигаться дальше. Это был первый уровень. А дальше что у нас там? Всего их 5 будет, да? Всего их будет 5. Ивент. Так, где мы с тобой прошли, я не понял. Вот здесь, да? Поехали далее. Прикольненький цветочек. Так, черника. Мы должны их, ребят, спасать. Твою же налево, а? Вот здесь, скорее всего, придется тратиться. Скорее всего, придется тратиться. И дают почему-то мне кукурузу. Они хотят, чтобы я ослеплял? Затормаживал их, да? Ну, тут понятно. Воу-воу-воу-воу. Давай-давай-давай. Чоппер, жри его. Молодец. Так, здесь тоже его, если что, съешь. Блин, ну вот это, конечно, не есть хорошо, друзья мои. Потому что они прыгают именно на чернику. Вообще не в кайф. Так, если мы сделаем вот таким вот образом. Вот куда ты вот прешь, а? Чемпер, давай его съедай. Вот так. Блин, ну таким раскладом, я не знаю, далеко ли мы уйдем, а? В общем, должны мы с тобой тут чернику эту оберегать, как зеницу ока. Больше я ничего другого тебе не скажу. Ладно, давай. Да вы будете хав... Ни шиша не хотят, а? Ну-ка, давай поглощай их там всех тоннами, мегатоннами, я не знаю. Этих взорвать шитиков. Так, здесь
Здесь-то что? Блин, удобряшка, удобряшка мне нужна, а? Так. Блин, я что-то растерялся. Давай, наверное, вот так с тобой сделаем. Что тут происходит? Так, взрыв. Мне главное, друзья мои, чернику оберегать. И как раз... Блин, этот гаргантюа как раз идет к чернике, да? У меня деньги есть? Ну, есть, если что, ребят, я могу немножко ее как бы защитить. Опять же, ненадолго. Ты борзил, что ли, а? Хлыщ. Давай съедим. Блин, я не успею поставить это... Во, наконец-то получил свое. По заслугам ему. Так, друзья мои, еще один гаргантюа здесь идет. Чемпер не может его съесть. Может только помочь нам вот такая штука. Фух, прошли. Какой или нет еще? Прошли, друзья. Так, ну что же, второй уровень нам тоже поддался. Остается еще три. Мне кажется, что там в этой пиньяте будет находиться как раз вот это вот растение новое. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Так, давай смотреть, что тут у нас. Не так много зомби будет, но зомби противные. Зомби там будут противные. Давай, естественно, хорошо, что подсолнух. А, он у меня второго уровня только лишь. Ух, я что-то думал, что он посерьезнее у меня. Вот куда ты прешь, а? Давай так вот сделаем. Ну, эти взорвутся сейчас, да? Окей, подсолнух. Давай, наверное, вот сюда поставим. Грибок, интересно, справится один или нет? Не знаю, ребята, справится или нет. Будем сейчас смотреть. Так, однозначно вам нужно горохострелов выставлять. Слушай, нужен ли нам второй ряд с тобой? Я не знаю. Что-то идет там. Блин, зря. Зачем я вот сделал туда мину поставил? Зачем? Если там гаргантюа бежит, блин. Это я лопухнулся. Это я лопухнулся. Блин! А тут еще и книголюбы идут. О, хорошо, что вот так можно это все делать. Книголюбы назвал же тоже их. Но если оно так и есть. Книголюбы. Пошли прочь отсюда. Слушай, ну растение вообще имба. Вот это вот растение имба, ребята. Я все хотел посмотреть, что оно делает под ультой. Да все как-то не получалось. Давай глянем. Вот они идут. Вот они идут. Блин, не дошли. И не дойдут, да, по ходу дела, если я так буду их уничтожать постоянно. Подожди-ка, тут есть гаргантюа. Мы можем, кстати, на нем протестить, верно? Верно. Сейчас мы посмотрим. Он как раз наступит. Если его раньше не подобью. А, он же, скорее всего, подобьет. Да, ребята. Он уничтожит меня быстрее. Так, ну-ка давай расплодимся. Слушай, я тебе скажу, что четко. Вот. Что ни говори, растение классное. Мне нравится. Не знаю, ребят, напишите в комментариях, как вам оно. По-моему, вообще имбовое. По-моему, вообще имбовое. Вот куда ты? Смотри, смотри, смотри. А почему оно не... Почему оно не активируется? Или оно только когда его съедают, заработает? Честно говоря, пока не особо понял принцип работы. Именно под ультой. Все, что ли? Нет. А, ну да, ребята, прошли мы с вами. Отлично, шикарно. Ну что, по-моему, у нас остается всего лишь один уровень. Если мы проходим, мы получаем награду. Да? Или нет? Ага, один уровень. Еще два, друзья мои. Четвертый и пятый. И здесь, как говорится, будет самый трэш. Здесь нам нужно будет, наверное, даже и финансы свои потратить. Ё-моё, куча гаргантюа. Плюс эти с хорьками, пеньки. Что будем делать? Ой. Блин, их лучше ставить как раз под зомбарями, чтобы они хотя бы наносили урон во время своего вот этого взрывчика. Вот такого.
Да? Это намного лучше и выгоднее. Но, роднуля. Иди отсюда. Блин, это плохо. Это совсем плохо, друзья. Опа, хорьки бегут. Ну, что делать-то? Блин, сейчас газонокосилка, да? Потратится. Твою же налево. Как тут все, ребят, запущено у нас получается. Да ты че? Давай взрывай. Там еще хорьки. Добряшка, надо вот сюда, ребят, наверное, нам поставить. Бомбить их тут всех, ядрени фени. Беспощадно, просто беспощадно. Что там за улюлюкали? Улюлюкают они мне. Блин. Да как тут быть? Ты посмотри. Ну-ка. Предположим. Ага. Получилось бомбануть. А здесь? Здесь надо магов этих. Вот так вот. Всех. Всех, друзья мои, в расход. Да чтоб тебя. Серьезно, что ли? С одними справишься, так другие, ребят, наказывают. Понятно, у меня закончилась голда. Остается надеяться только на наши газонокосилки. Да, только на газонокосилки нам придется с тобой надеяться. Блин, это вот хмыря там бомбануть вы можете или нет, а? Нет, не могут. Они не могут и не хотят. Ну давай, блин. Вот, спасение, надеюсь. Да какое там спасение? Надо вот этих вот. Ну-ка. Что не так-то? Фух. Друзья мои, последние зомби вот тут идут. Да, денег я, конечно, потратил. У меня не так уж много их было здесь. Но мне пришлось потратиться. Так, сейчас посмотрим, что здесь произойдет. Этот сейчас будет еще свои осьминогов этих бросать. Ну-ка. Вот так вот. Фу. Можно, оказывается, и внизу ставить. Не обязательно его вот на этой площадке, где идут зомби, можно пониже поставить, он все равно наносит урон. Так, друзья мои. И последний, пятый этап. Не хочется проиграть, не хочется. Но если проиграем, можно переиграть, в принципе. Так, давай-ка смотреть, насколько сложным он будет. Ё-моё. Так, как же без Гаргантюа? И очень много надгробий. Так, давай, родной мой, бомби. Так, мы поставим, наверное, вот сюда редиску, да? Чтоб сразу в четыре стороны бомбить. И вот сюда. Так, попробуем как можно быстрее здесь разобраться. Сюда давай поставим. Так, редисочка. Что это такое? Что это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежит, ребята. Бумс. Подорвался, да? Я понял, короче. Тут не до шуток. Ну, ты смотри, что творит. Иди отсюда. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да ну, блин. Что так дофигище-то вас? Так, смотрим, ребят, что это за мята у нас, что она делает. А что это такое, что она делает? Да вы издеваетесь, что ли, вы еще и этих динозавров сюда послали ко мне. Зашибись. Сейчас начнется. Ну. Бомбим. Так. Фиг поймешь, что тут происходит. Просто суета, ребят. Я уже хаотично просто ставлю все здесь. Куда только можно и нельзя. Вот так вот с собой сделаем. Что-то взрывы какие-то происходят. Все взрывается. Куда, чего, зачем, что и почему. Куда там разогнаться? Вот тебя сюда звали, блин. Вот скажи мне на милость, вот тебя сюда звали, а? Голодранец. Пришел он мне тут, блин, поедает. Давай быстрее, защита. Так, редиска. Все, что может, редиска, ребята, делает.
ней претензий никаких нету. Фу. Сложно было, но мне понравился этот уровень. Вот я не понял, что вот это делает. По-моему, он активирует вот эти вот взрывы. Может быть, конечно, мне показалось так. Ну, ты видел такие там бум-бум-бум. И фейерверки, и все тому подобное. Так что, да, ребята, 50, а нужно 250, чтобы открыть. Блин, а где же еще можно ее получить, а? Ну, в этом, ребята, челлендже будет у нас Blooming Heart. Это тот самый красный цветок. Да, скорее всего. Ну, ладно. 50 получили, и то, как говорится, спасибо, да? Ну, а мы, наверное, будем с вами закругляться на этой ноте. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.